Да, выбору у мясцовой советы у Чачевском районе подрыхтовались грунтовно. Причем размова не только по наявности отповедных плакатов и уличных растяжек. Тут навод специальный слоган придумали «Малая родима, великая будущая». Планы по развитию Чачевщины сапраўды масштабные, и принимать решения по многих значных пытаниях придется менавіта депутатам мясцовых советов нового скликання. В Чачевский районный совет депутатов баллотируется 27 кандидатов. У нас все округа безальтернативные. Из них 17 женщин, 10 мужчин. 18 кандидатов уже действующие депутаты. До выборов у каждой установи культуры Чачевского района подрыхтовали специальные стенды с фотоздымками того, что изменилось в каждом сельсовете за последние 4 года. У районе перекананы мясцовые органы улады, включающие сельские советы, здольны зарабить шмат. По-перше, депутаты этого узровню добро ведут о проблемах, которые хвалят насельництво. По-другое, яны здольны этой проблемы, коли не вырешить самостойно, то оказать в этом действенную допомогу. Уже несколько годов на Гомичине иснуя практика, коли по понеделках на аппаратные нарады при старшине райвыканкаму разом с директорами всех мясцовых предприемств обовязково запрошаются керовники сельсоветов. Это дозволяет не только огучить проблемные моменты, але и оперативные выражить. До речи, коли мерковать по выниках попередних выборов, явка выборщиков у вёсках Чачевского района повинна быть не меньше 90%. У вёсцы Бабичы выборы у мясцовой советы депутатов будут проходить у будинку школы. Для голосования подрыхтовали помешкание, где звычайно занимается 4 класс. Тут навод некоторые допоможники застались. Вот уявленчие мастерство и працовное навучание. Правда, на выборчий процесс это нияк не поуплывая. Учни гэтага класса, до речи, зараз занимаются у іншым покое. На гэтым тыдні у навуч ченцов молодших классов додатковые каникулы, а тому проблем с помешканиями у школы нема. Что тычется непосредственно выборов, то на участку номер 7 удел у голосований смогут принять 285 человек. Ненавито стольки прозвища у мясцовых жихаров вёски Бабичи и поселку Новое Залесье унесено у спис выборщиков. Напередодні члены комиссии наведали населенные пункты и ашерс запросили вёскоўцаў прийти на участок. Сегодня тут полностью готовы до проведения дотерминового голосования. Избирательный участок номер 7 наш к выборам готов. Урны все подготовленные. Имеются 3 урны. Одна для досрочного голосования, вторая на время выборов и на выезд. Досрочное голосование активно проходит. И в день выборов люди как-то ответственно относятся к этому. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Чачевский район.